Потому что, ну, какая-то такая странная история старого человека, какой-то молоденькой девочки, а потом подумал, как бы я хотел, чтобы у каждого возраста была такая история, и в любом возрасте была бы, чтобы к тебе кто-то мог прийти и сказать, я тебя люблю, и вот и без тебя никак не может быть. Поэтому мне кажется, что эта история на все времена. Спасибо большое, что вы подписывались. Я хочу представить вам наш оркестр «Вера», Ольга, Андрей, Наталья. Спасибо вам большое. Мы очень много, что вы пришли, и мы вас приветствуем. Приходите к нам еще. Спасибо. Отдыхайте.